Безопасность превыше всего. Об этом должен помнить абсолютно любой человек, как ребенок, так и взрослые, переходящие железнодорожные пути. Чтобы не подвергать риску жизни и здоровья и не оказаться под колесами поезда, нужно переходить пути только в специально предназначенных для этого местах. Сотрудники администрации городского округа совместно с представителями Минтранса Московской области и РЖД в очередной раз провели плановый профилактический рейд на станции Гагаринская в Щелково. Они напомнили гражданам, что необходимо соблюдать элементарные правила безопасности при переходе. Также на станции установили камеру видеонаблюдения, которая умеет распознавать лица. Она будет фиксировать нарушителей. Мы проводим еженедельные рейды, где находим нарушения какие-то в железной дороге. И исполняем или мы, или сотрудники железной дороги. Было принято решение также об установке видеокамеры, которая имеет функцию распознавания лиц. Для чего это сделано? Это чтобы, опять же, люди, которые идут несанкционированными тропами или же проходят переход на красный свет, запрещающий сигнал светофора, были выявлены и потом понесли административное наказание. Планируется в дальнейшем установить здесь светошумовую сигнализацию и, значит, сделать накопители, привести, в общем-то, более-менее достойный вид вот этот пешеходный переход. Также в ходе профилактического рейда сотрудники администрации городского округа Щелково и волонтеры развесили на столбах возле станции Гагаринская тематические листовки, которые гласят, что за переход железнодорожных путей вне пешеходного перехода предусмотрена административная ответственность согласно законодательству Российской Федерации. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.